Уже сейчас можно сказать, что визит американского государственного секретаря в украинскую столицу был отнюдь не протокольным визитом. И не только потому, что он проходил перед возможной встречей американского и российского президентов. И в этой ситуации американскому руководству было важно и продемонстрировать поддержку Украины, и обсудить с украинским руководством общие подходы к проблемам накануне переговоров с Путиным. Но еще и потому, что американская администрация во время этого визита продемонстрировала, что для нее важно в Украине. Причем продемонстрировала публично. Важный сигнал – встреча госсекретаря с руководителями парламентских фракций. Этим Блинкен выгодно отличается от Зеленского, продолжающего даже в ситуации необходимости достижения национального единства ругать своих предшественников и клеветать на них в надежде угодить люмпинизированному и пророссийскому электорату. Важный сигнал – встреча с предстоятелем Православной Церкви Украины в ситуации, когда власть старается дистанцироваться от наибольшего цивилизационного достижения последних десятилетий в надежде угодить избирателям из Московского патриархата и приверженцам русского мира в Украине. Важный сигнал – цветы защитникам Украины. Еще одно напоминание о российской агрессии против этой страны. Важный сигнал – напоминание о важности. Кстати, в день визита Блинкена в Украину оккупанты убили двух украинских воинов. Не менее важный сигнал – напоминание о необходимости корпоративного управления на фоне рассказов Зеленского о его реформаторских успехах. Это означает, что цивилизованный мир по достоинству оценил грязный трюк украинской власти со сменой руководства «Нафтогаза» и не собирается закрывать на это глаза. Ну и, конечно же, напоминание об олигархах, которые плодят коррупцию. А важный сигнал от Зеленского – это Ермак. Рядом с ним на переговорах сразу же после публикации своего разговора с Джулиани. Этот сигнал Блинкен тоже, конечно же, заметил.